Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. В прошлый раз мы типа застряли. Здесь у нас была дополнительная жизнь. Я вам скажу, что я сам пропустил. Оу, подожди-ка. Короче, надо было прыгнуть сюда. И не надо было прыгать дальше. Оказывается, колодец вот он. Я тупанул, это моя невнимательность. Но всем приятного просмотра. А мы, как говорится... Погнали, да. Ага. Тан-тари-тари. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Твое, блядь, свидание. Ты говорил, что знаешь ты все. А я говорю, нихуя ничего. На. Да, блядь. Ёбаный в рот. Ты нахуй на кого руку поднял, да? Пёс. Ты, бля, в смысле? На шарнике, ты чё там, охуел, да? Не встать, не подать. Принца бьёшь, твою же... Блядь. Ебучий черт, мана, а? Слышь ты, блядь. Черт ебучий. Я тебя сейчас раз. Я тебе отвечаю. Толстяк, что ты хочешь мне доказать? Что ты крутой, да? Не круче вареного яйца, сучка. Так. Най-най-най-най. 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 Тра-та-та. Да не песок надо было, врага, блядь. Да-да-да-да, да-да-да-да, ебать на рот, тебя-да-да. Блять! Вот он будет блок ставить? Да-да-да-да, да-да-да. Да, блядь, в смысле, он из своего за... Най, на-на-на-най, на-на-на. Да ёбаный в рот, в смысле, блядь? Эй, а чё как? Блять. Да в смысле, пёс ебаный, да. Дай мне ударить, ебаный пёс. Да ебать. Слышь, ты, блядь, кабейщик, блядь. Блядь. Копейщика надо тронуть, блядь. Да как ты... Заебал, гнида. Блять. Вот реально, блять, вот этого дебила, блять, надо тупо. Да, блять, ну дай мне его, блять, это. Ты пес ебаный, блять. Ебаный пес, блять. Блять. Не, ну это пиздец, это реально пиздец. Вы понимаете, копейщики, они, блядь. Да, блядь, ну, блядь, отпрыгни ты, ебанкрат ебучий, чё ты творишь, блядь? Вот реально, чё ты, блядь, творишь? Нихуя, блядь, не смешно, блядь. Копейщики, ебаный в рот их, блядь, отвечаю. Блядь, вот... Да, блядь, ну ты своего и чужого, ты еблан тупой, песочный, блядь, тролль. Вот серьезно, блядь. Тролли песочные. Как с такими, блядь, дела вести, блядь? Ну серьезно, это тупо, блядь, читерство, вы понимаете, блядь? Вот реально, блядь, ты мышку затрахаешь просто, блядь, после такого. Ебануться. Вот три врага это все, это пиздец, считай. Это шайтаном она, я отвечаю. Блять, я нихуя ничего. Да, блядь, ну отъебись ты, блядь. Ебаный, блядь, мечник, хуечник, блядь. Печень тебе, никто не без... Зупречен, блядь, заебал ты меня. Отвечаю, ты меня, блядь, Да, блядь, ну толстяк, ебаный, блядь. Дай отойти, блядь, а.
Блять, и своих, и чужих, вам, блять, это не... Да, блять, его втыкни, блять, нахуй мне их втыкать, блять, заебал. Блять, почему я не могу возрождающего врага ударить, а, блять? Пиздец. Обосраться. Пиздец, блядь, просто пиздец. О, блядь, красивое место, нихуя себе, блядь. Ну, 5, что ли, блядь. Пиздец, место красивое. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я не сомневаюсь, что ты в следующий раз бы начал отсюда, ёбаный шашлык. Чё? Из колодца? Называется «Выпей воды из колодца», что ли? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ага. Я знаю. Так. Пиздец, блядь, просто. Чё, тут ничего? Нифига ничего, да? Чё за место? И как это дерьмо проходить? Чего? В смысле? Ты сейчас что мне? Оу. Подожди. Ебать, серьезно? Ага. Опять какие-то головоломочки, да? Угу. Понятно, что нифига ничего не понятно, да? Подожди, а это что делает? Заебись. И как я это должен проходить? Да, блядь, да ёба... В смысле, блядь? Перематывайся, заебал. Подожди-ка. Да ёбаный... Ёбаный в рот, что за дичь? Блядь, давай. Блядь, быстрей. Фара? Ты там? Да... Эй! Я здесь. Что, эй? Да, блядь, опять эти копейщики, ёбаный в рот, заебали! Да, блядь...
ты, блядь, шайтана, мана. Заколебал, мана. С глаз долой, а. Бесите, блядь. Блин, вот, знаете, в игре... В игре все нормально, но кроме одной вещи. Это просто тупо одну кнопку, блядь, не нажимаешь, блядь, и все, тебе пизда. А когда куча врагов, все это пиздец, это практически габелло. Да... Слушай, ты, блядь, Танамана, ты заебал меня, блядь, сдохни, сука. Реально бесит, я не могу не материться, когда тупо, блядь, хардкор. Да, блядь, ну кого ты... Блять, тёлку трой? Нет, блять, он трогает того, блять. Под конец игра просто пиздец становится ебанутой. Как это возможно, я не знаю. Как это описать, я не знаю. Да, блять, я не знаю, как ютуберы проходят первого принца, это пиздец. Вот реально... Больше стримов только из-за того, что они проебывают. Все. Игра короткая. Сама по себе игра короткая. Хорошо, что хоть, блядь. Блядь, ты можешь ее добить, нет? Пизду эту тупую, блядь. А что за хуйня? Это вода такое отображение ебанутое дает. Походу, что вода. Походу воду не это, не шейдили, блядь. Да, блядь, ну слышь ты, блядь, сучка тупая, иди нахуй. Дай мне твоего прародителя убить. И тебя нахуй убить, блядь. Ёбаное закликывание, вот серьезно, блядь. Самый пиздец, я помню, самый пиздецовый в игре, все, иди нахуй. Короче, лифт. Вот там пиздец в чем заключается? Там тебе нужно не только себя защищать, но и ебанутую, блядь, пару. И там пиздец полный, что ты вроде всех мочишь. Там, блядь, одна тычка от этой... к этой... Слышь, ты, блядь, дура тупая, сдохни, я тебе сказал. Ты меня бесишь, блядь. Да, блядь, тыкни его. И все нахуй. Пора! В смысле? А как мы вид делали от первого лица, я понял. Ты там? Блять, убери оружие, ёб твою мать. В смысле, а как ты... Как ты камеру раньше включал? Вроде же... Ладно, похуй. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я не сомневался, что ты начнешь историю отсюда в следующий раз. Так, подожди. Ага. А здесь что? Где ты? А где ты? Подожди-ка. А чё, у нас только одна, один проход, что ли? Хотя нет, подожди. Ты слышишь меня? А, вот и пробивание стены. Фара? Фара? Я здесь. Где ты? Оставайся там, я приду к тебе. Чё, один проход, что ли, только, да? Так. Ладненько, то есть получается один проход, да? Стоп. Чё это за дверь? А, это та дверь, которая открыт? Открыт? Да, блядь! Готово.
и я начну свою историю отсюда в следующий раз. Я не сомневался, что ты не начнешь историю отсюда в следующий раз, принц. Так, подожди. Ну да, тут тупик. Ага, и там какая-то херня, да? Ладно, попробуем тогда. Ты слышишь меня? Я здесь. Ага. Тут этими тупо заложено, да? Ага. То есть активировать какой-то ключ и идти куда-то. Так, подожди. Здесь вроде тупики, да? Так, а как нам отбиться? Вот так. Хоп. Ну, вроде не за время должно быть, да? Я надеюсь, да? Чего? Фара! Понятно, она решила свалить, короче. Фара. Ну, хочет свалить, пусть валит, чё. Так. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Тринс, я не сомневаюсь, что ты хочешь историю начать отсюда в следующий раз. Так, подожди-ка. Здесь все нахер обрушенное, да? Понятно. Ты что, отталкиваться надо, что ли? Ну, естественно. Снова резервуар. Помоги мне! Тебя уже что там? Во все эти, что ли? Кошмар. Я иду! Ага. В смысле, а куда? А! Почему так долго? Я пробил по дворцу. Там. Помоги. Слышь, кто бы мне помог? Куча копейщиков, а? Помоги мне. Да чё ты орёшь, блин? Слушай, от твоих криков ничего, блядь, не изменится. Вот честно отвечаю. Да дай ты ему тычку, блядь. Грёбаное закрикивание, ебал я его в рот. Помоги мне. Реально, блядь. Помоги мне. Помоги мне. Ты чтобы мне помог, а? Понятно, шайтан. Сдохни, тварь. И ты тоже сдохни. Ну эти легко. Уничтожаются твари. Кто там дальше? И почему у меня управление по жопе пошло? Нет. Опять этот Гиппократ. Блять, серьезно? Ты хоть шалаву завали. Понятно. То есть, по-твоему, шалаву должен валить я, да? Слышь, ты, блядь, ты заебал, черт! Да еба.
Ебать, ты серьезно, блядь? Дай мне тычку сделать. Ебать, они заебали, я отвечаю. Висячие, блядь, твари просто. Любая игра, блядь, после принца медом окажется, отвечаю. Да, блядь. Просто надо сваливать и все. Да, блядь, свалишь. Вот куда камера, на что передвигается? На какого врага? Я даже не замечаю, камера куда передвигается. Это пиздец просто, отвечаю. Игра раздражает, блядь, вот серьезно, в любом случае раздражает. Даша и там мне тоже касается, заебал. Поначалу баланс есть, но потом, когда все больше дисбаланс. Там... Пара, ты чё там, тусуешься просто так? Да-да-да. Я тоже рада вас видеть. Ну? Да, блядь, сколько этих... Сколько этих врагов тут, а? Уже заёбываюсь потихонечку, а? Какая-то еще головоломка, заебись. Подземный резервуар. Как ты меня назвала? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий не раз. Не оставляй меня. Любовь моя. Пожалуйста, не оставляй меня. Как ты назвала меня? Это не важно. Важно то, что я знаю, как нам добраться до башни рассвета. Конечно. Песочные часы. Хорошо. Но на этот раз не отставай от меня и запомни, я не буду искать тебя целый день. Так. А как вид у нас от первого лица, не пойму. Серьезно? Ага. Так. Интересно, где этот прикол будет? Так. Ну, и чего ты ждешь? Я волнуюсь. Что, если я попаду в беду, и тебе придется спасать меня? Пожалуйста. Ты хочешь сказать, тебе действительно очень нужна моя помощь? Да. Хорошо, на этот раз. Слышь, а ты не наглая? Хорошо, на этот раз. Тебе действительно нужна моя помощь. Офигеть просто. Я боюсь, а что если я попаду в неприятности? Пожалуйста, не смотри на меня так. Как? Прикол. Они, конечно, под конец друг друга просто троллят.
и я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ну да. Так. Ну, сейчас попробуем понять, что дальше делать. Крутить будешь, нет? Ну. Вот ты где. Ты уверен, что я не замедляю тебя? Хорошо, хорошо. Никто никого фара не замедляет. А ну-ка посмотри, сюда. Что? Ничего, все оки-доки. Так. Ага, куда тогда крутить этот? Сюда, наверное, да? Ага. Зал знаний. Мы, должно быть, вышли не с той стороны бани. Нам нужно вернуться в королевский дворец. Хорошо. Теперь нам нужно найти выход отсюда. Блять, эти копейщики меня затрахали, отвечаю. Так. Надо к фаре их подвести. Так. Блин, фара, хоть кого-нибудь убей, пожалуйста, а. Вот серьезно. Завали кого-нибудь по-братски, а. Да ёб твою же мать! Да блин, ну дай ударить, блядь, по твоему долбоёбу, блядь, заебал, блядь, пёс ёбаный. Блядь, пиздец, я... Он возродился, заебись, блядь, возродился, блядь, заебись, блядь. Да блядь, ну правую кнопку почему я не успеваю нажать, ну чё это за хуйня, блядь, муйня? Вот реально, блядь, самая эмоциональная, блядь, серия из всех, блядь. Враги, блядь, какие-то ебанутые тут. Иди нахуй. Да, ты иди нахуй, говорю тебе, блядь. Съебись по-братски. Ой, блядь, подожди, тут шип. Да я знаю, что сзади, они везде, блядь, фара. Прикинь. Блядь, что делать, непонятно. Да, блядь. Да ёб твою мать, вот когда бьёшь, блядь. Блядь, отодвинься. Наконец-то, блядь. Сколько этих, блядь, копейщиков? Да ебать, ну вы чё, охуели, блядь, сколько их? Этих, блядь, сраных копейщиков, блядь. Что, извини? Да, блядь, ну я правую кнопку, блядь, не успеваю банально нажать. Ну чё за дичь? Чё за, блядь, дичь? Что, блядь, происходит, блядь, с этим управлением здесь? Ебать. Слышь ты, блядь, ты помешал мне, блядь, двинуть, сука! Пошел нахуй! Помоги!
ебать тут врагов, ебаться, сраться. Нервов просто не хватает. И не только, блядь. Ебать, да сколько их тут? Сколько их тут, блядь? Вы чё, блядь, ебанулись? Как это может быть интересно, блядь? Это нихуя не интересно. Это пиздец как раздражает. Причина. Почему ты не можешь пройти 5 раз Принца Персии, а? Это первый раз, блядь, попробуй пройти, обосрёшься, блядь. Да, блядь, ну ты заебал, сколько можно жать, сколько можно убить. Ты нахуй иди, блядь, шайтан. Бесишь, блядь, закликивание тупое, отвечаю. Сколько их, блядь, тут? Да ты заебал, ты, блядь. Сдохни, шайтан. Они чё тут постоянно появляться будут, блядь, это... Та-та-та-та-та-та-та-та-та, ну что за хуйня, блядь, ну пощадите меня. Пощадите меня, пожалуйста. Пощадите меня. Я уже не могу, я охуеваю. Да, блядь, сколько их тут? Я, блядь, не ебу, блядь. Тундукон, ты, блядь, ёбаный долбоёб, ты на кого нацеливаешься, принц, блядь? Мне на... Мне на труп надо было нацелиться. Ну, блин, ну сколько можно? Это, я надеюсь, это еблан ещё последнее, нет? Пиздец. Ебать, у меня сердце сейчас выскочит, нахуй, блядь. Я отвечаю, что делать, блядь, я в ахуе. Я просто в ахуе, блядь. А, это чтобы лучше прошел или чё, блядь? Я теперь не знаю, как эту хуйню двигать, отвечаю. Логика-то логика, ну дело даже... Блядь, я совсем с тобой не разговаривал, Фара, блин, что? Вот и расщелина. Я иду. Не понял, а куда свет должен проникать? Она сказала, любовь моя. Я знаю, что она это сказала. Я даже не мечтал об этом. По крайней мере, я думаю, что не мечтал. Впрочем, вполне естественно. Королевство завоевано, у нее нет ничего. Ее некому защищать. Я нужен ей. Я могу сказать это потому, как она смотрит на меня. Все, что мне нужно сделать, просто взять ее руку. И она будет моей. Почему я говорю сам с собой? Я здесь, вверху. Вверху, еще б знать, где вверху. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Как там уже уровень называется?
зал знаний. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Но это мы только повернули. Но повернули мы, в принципе, правильно. Почему этот луч не двигается куда надо? Тут... вопрос. И чё? Стоп, что? О, подожди. Вот. А этот как должен, куда двигаться должно? В смысле? А, подожди. Вот. Да? Или как? Подожди-ка, сюда ведет луч. Понятно, новый какой-то этот меч, да? Песок. А как до него добраться? Ну-ка. Чего? А, понятно. Понятно, что непонятно. И как? А, снизу, что ли? Сверху и снизу? Ясно, понятно. Ладно. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Так. А как теперь наверх забраться? Ну, понятно. Ага. Сюда? А дальше? Туды? Походу, что да. Так, подожди, а... Эта книжная полка какая-то странная. Смотри, такой же символ, что был на колонне. Оставайся там, я приду к тебе. Подожди, а где мы тут видели песок? Подожди. Не здесь. Подожди-ка. А с какой стороны я видел... Тут песок. Ладно. Понятно, тут у нас ничего нету совсем, да, от слова. Чего? А дальше?
А дальше что, сюда? Ёб твою мать. Ебать. Копаться. Здесь прям куча головоломок. Чё, заебись. Старые добрые бэтменские летучие мыши, да? Все, свалили. Псы. Так, подожди. Ну понятно, как предусмотреть, я понял. Так. Это, походу, опять жизни, да? Так, а куда крутить эту всю байду? Чё? Не понял. Подожди, она не крутится. А куда тогда? Вопрос. Вот продолжение, ёпрасете. Чё я туплю? Ох, еще чуть-чуть и все, мне было бы кирдец просто. Так. Откуда исходит это свечение? Не сюда, да? Стоп. Я ж никак не передвину эту херню. Что, только сюда, что ли? И двигать сюда? Ну, это единственный вариант, который мне в голову приходит. Чё, блядь, что это было? Стоп. А, веревка что ли? Подожди. В смысле? Или я только через этот попаду? Заебись, что сказать. Головоломки проще некуда, да? Вопрос, куда ты отталкиваешься, принц? Заебись! Эффект принца Персии называется. Давайте же, блядь. Вот как прыгать? Вопрос, как он прыгает? Куда-то я сказал, в другую сторону. Там... Ты долбоёб. Нет. А как тогда? Как он отталкивается, вопрос? А, ну понятно. Вопрос, а как дальше? Стоп. Он до той балки допрыгнет? Походу, что да. А дальше? Нахер идите! Слышь? Шайтаны, а? Бесит.
Даю. Так, подожди-ка. Послушай, что я скажу. Логика бессильна против силы любви. Любовь — это жизнь. Так что, если ты хочешь жить, умри в любви. Умри в любви, если хочешь остаться в живых. А это что может значить? Я думала, тебе это понравится. Если ты хочешь быть полезной, попробуй найти книгу, которая подскажет, как нам отсюда выбраться. Это не такая игра. Игра? Она думает, что это игра. Ха-ха. Да, прикол. Пара та еще. Да, подожди. И... Стоп, надо подвинуть, наверное, чуть-чуть левее, да? Подожди. Попробуй попасть в символ на стене. А я что, по-твоему, пытаюсь сделать? Вопрос, какой символ на стене, а? О, хотя веревка есть, и то хорошо. Может, встанешь? Хватит чилить. Так, подожди, а... Как нам обратно вернуться? Сюда? Сюда, что ли? Подожди, я же попал. Ну? Подожди, я-то попал. А дальше-то чё? Да, подожди. Назад, что ли, возвращаться или чё? Я запутался. Я в натуре заплутал. Подожди-ка. Так, а дальше? И чё? Я же сейчас сдохну, если упаду. Правильно? Он же отталкивался от стены. А теперь-то я... А теперь-то все. Блять, значит, что-то здесь делать? Серьезно? А что? Детский какой-то. А что не так-то? Оно там вниз-то направилось, а что делать-то? Ты имеешь в виду? А как? А что я сейчас сделаю-то? Что я могу сделать, точнее? Какой символ на стене? Да хватит окать, бекать, чпекать, блин, я не знаю. Принц. Так, подожди.
чё? Ну, допустим, чё это нам даёт? Какой символ на стене, не пойму. Тут стена. Но она нам мешает. А там лестница. Да? А, подожди. А чё я не вижу? Вот она как. Подожди. Стоп, а как я? Или нет? Или это веревка? Это веревка. Но вопрос в другом. Мы можем... А куда мы направление-то поменяем? Тут стена. Офигеть. А чё делать-то дальше, вопрос? Попасть символ на стене. Чё-то я ничего не пойму, вот реально отвечаю. Вроде ты понимаешь, а что, аж как должен ты попасть? Мы же вроде во все попали, нет? Оно ж светится. Хорошо, вопрос в другом. Мы туда не попадем. Нам мешает тут это. Ясно, понятно. То есть он... Там... Он в любом случае не допрыгнет, да? Да, блин, он даже вроде и не дает мне прыгнуть, да? Ну, естественно. До той херни он не допрыгнет. Ну и чё? А, это нам вниз дается спуститься, что ли? Серьезно? Так, хорошо, подожди. Допустим, мы вниз сейчас спустимся. Подожди-ка. Вот так. Вот-вот-вот-вот-вот. Хлоп. Допустим. А где символ там на стене? Какой символ на стене? А-а-а! Вот. Оставайся там, я приду к тебе. Япона мать. Да блять. Так. Так. Будь так. Осторожен. Ну да. И что теперь? Пролезай. Был еще один символ. Ты помнишь? Он был в главном зале. Подожди ты. Главный зал. Подожди. Еще один символ? А как я тебе сейчас спущусь, вопрос? Подожди. А, песок, подожди. Будь осторожен. Так, подожди, еще один символ. Допустим. И где он был? Ебать тут загадки, ебатки, а? И где еще один символ был? Я что-то не пойму. Не могу понять. Раз символ. А где остальные символы, блин? Блять, не
ни хрена не понятно. Ну хоть наверх нормально, блядь, попадем или нет? Фух, вот это головоломка. Вот это ебатки. Беспорядки начались. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все, в принципе, логично-то понятно, ребята. Но непонятно другое. Где еще один символ? Один символ раз вот. Допустим. Все мы тут соединили. Допустим. Один символ активировался. Допустим. Значит, нам до... наверх. Второй мы активировали. Вот он. Рядом с фарой. Стоп, это что, веревка? Блядь, я... Пиздец, я невнимательный, там веревка оказывается. Нам, короче, обратно на ту туфту возвращаться. Ладно. Попробуем вернуться на ту туфту. Так. Правда, не нравится повторно прыгать. Ага. А, ну, в принципе, не так далеко. В принципе, это вся туфта. Оп. Вот. Вот веревки. Еще веревки. Так, стоп, мне кажется, немножко вниз надо опуститься. Где-то приблизительно так. Так. Раз. Два. Ебануться. Тра-та-та. Так, подожди. Ну, давайте наверх попробуем проникнуться. Ну, естественно, хитрая ты жопа. Хитрая ловушка. Так. Наверх. И куда мы там? Ага. А, это та самая лестница, на которую я в прошлый раз смотрел, да? Ага. Вот она чё. Чего? О, подожди-ка. Что это такое? А, этот луч преломляющий, да? Хорошо, преломляющий луч. Нам еще что сейчас за время успеть это сделать? Ой, блядь. Стоп. А что делать-то? Так, мне одному кажется, что надо прям... Стоп. Подожди-ка. Мы реально ли что сделали? Мы подожди. Мы сдвинуть его. О. Подожди. Серьезно? А как? А что я сделал? А что сделать могу-то? Подожди. Ты имеешь в виду? Подожди. Да что теперь получается? И сюда, да? Или как? И что это дает? Оно не попало или что? Или попало?
Вроде попасть должно было, не? Или это вместе с тем должно работать? А как оно будет работать, если луч не проявляется туда, куда надо? Подожди. Стоп, оно же должно работать. Смотрите, оно идет, получается, сюда. И чё? Не понял. Ладно. Подожди-ка. Сиди-ка. Да ёб твою мать. Там, принц, а что ты творишь? Блять, заебал. А дальше-то чё? И почему эта канитель не активируется, я что-то не пойму. А? Чё эта канитель не активируется? Я что-то... Пиздец, он умер, серьезно, с такого расстояния? Весело, блядь, что сказать. Ну я чё, опять застрял? Серьезно? Пиздец. Охуеть. И чё делать? Чё мне в таком случае делать с этой байдой? Блять, какая тут тяжелая головоломка, я ебал. Ну я же луч переломил, почему ничего ни хера не активируется? Или к ней надо уже идти? Почему ролика тогда не было? Если, допустим, все верно работает. Что-то я нихуя не понимаю. Блять, а мы же это... Приломили эту хуйню, да? Вот же дерьмо. Теперь все по новой делать. Ну заебись. Как мне тогда попасть? Допустим. Да блять. Ты серьезно? Так, подожди-ка. Заебись, политика. Да ё-моё. И полемика, и политика просто, блядь. А, подожди. Блядь, сдох он. Так, подожди, а? Может, имеется в виду? А как я назад к ней вернусь? Вопрос. А, подожди. Тем же путем, что ли? А я смогу вернуться тем же? Я ж не вернусь тем путем. Я ж, по-моему, не смогу вернуться. А как вернуться? Вопрос. Как вернуться, чтобы не пиздануться, а? Скажите, пожалуйста. Я что-то ничего не пойму. Тут такой пиздец. А как я вернусь? Вопрос. Стоп. А она такая же вроде бы, да?
Стоп, а я правильно вообще штуку активировал? Подожди. Может, надо эту активировать? Нет, подожди. Это ту байду активирует. Какой-то пиздец. Я отвечаю. Да, блин. Ну. Мне одному кажется, что он тупо не попал. Может, надо еще вниз пиздануть? Ты открыл ворота! Да ладно! Сколько я пытался эту хуйню пооткрывать? Пиздец. Просто. Ты открыла ворота, принц. Ты такой молодец. Ну, естественно. Молодец. Так, блядь. А я, блядь, что делаю? Так, подожди, а он разобьется и отсюда, что ли, блядь? А ну-ка, если сюда прыгнуть. Тихо. Все пучком. Нам нужно сохраниться, обязательно нужно сохраниться. Так. Зал знаний. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ну чё, возьмем новый меч. И, наверное, для следующего сохранения. Ух ты, блин. А это что активирует? Подожди-ка. Куда ты? Подожди-ка. Пошли! Воу! Вот тебе и зал знаний, блин. Опа-на! Ёп! Парасете. Ого! Нифига себе! Интересно, мощный меч или нет? Вроде по первым мощным. Да. Не успел, это хорошо. Блин, второй успел. Блять, я так и думал, что меня эту тычку сделает, уёбок. Дайте мне вашего шайтана ударить, а? Так. Да блин! Оп, твою же мать. Ну идите сюда, твари.
У вас что-то мертвая зона. Видимо, что да. Блять! Слышь, сдохни, а? Опять не то, да что такое? Ебать, сколько их? Извини! Я так и знал, что опять напорусь. Ага. Пошел в жопу. Так, этого добил, это хорошо. Должен быть способ заставить эту штуку подняться. Попробуй найти выключатель. С чего ты взял? А, ладно. Давай, давай, жопой двигай. Ну. Отлично. Я нашла рычаг. Мне потянуть за него? Не сейчас. Подожди, пока я не буду на платформе. Ха-ха-ха. Зал знаний. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ты еще не на платформе? Не сейчас. Подожди, пока я не буду на платформе. Такая нетерпеливая эта Фара. Так, ну что, я думаю, мы отсюда остановимся. Думаю, на этом моменте закончим. С этого момента уже начнем и посмотрим, что будет дальше. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем спасибо, что смотрели. А всем до новых встреч и всем удачи. Всем всего хорошего. Ты хочешь, чтобы я ушел, не закончив свою историю? До скорого.